Инициатива жителей в действии. На улице Беляева в школе номер 13 построена спортплощадка. Ее возвели благодаря программе инициативного бюджетирования. Жители самостоятельно обозначают, какие в городе имеются проблемы и по возможности участвуют в софинансировании проектов. В этом году в списке заявленных проектов школа в микрорайоне Бахчеванджи набрала наибольшее количество голосов. В результате в августе этого года началось строительство спортплощадки. Тогда здесь был пустой газон. Теперь же школьники на специально оборудованном резиновом покрытии смогут играть в футбол и баскетбол, на брусьях и перекладине сдавать нормативы комплекса ГТО. Проект финансировался из средств жителей и фонда депутата Мособлдумы Владимира Шапкина. В минувшую пятницу он приехал на открытие спортобъекта. На школьном дворе не было спортивной части, как минимум, что нужно. Следующее, конечно, идет тут благоустройство. Нужно сделать площадку перед входом, чтобы проводить мероприятия различные. Но сегодня детям уже есть где заниматься спортом, сдавать нормы ГТО. В школе номер 13 активно действует родительский комитет. Его члены своим голосованием сумели выиграть конкурс на предоставление финансирования уже во второй раз. Первый проект касался замены 76 окон. Здесь также участвовали деньги из депутатского фонда Владимира Шапкина. И поэтому он лично удостоверился, что в коридорах и классах учебного учреждения стало тепло. Капитальный ремонт этого здания будет обязательно в перспективе. Эта программа вступает сейчас в силу. Но когда в окна дует и холодно в школе, это, конечно, не делает. Мы взялись в течение 2 лет эту ситуацию переломить. Результат выполнения в школе номер 13 программы инициативного бюджетирования показал, что она действенна и эффективна. Члены родительского комитета убедились на собственном опыте, что любой гражданин может либо самостоятельно создать проект, либо организовать для этого инициативную группу. И тогда проблемные вопросы решаются намного проще. Андрей Цеходович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.